Сто лет, конечно, большой срок со дня создания военных комиссариатов России. Есть названия разные, военные комиссариаты, в высоких штабах называют местные органы военного управления. А есть еще одно название, я сам этого не знал, как-то проходя обучение на центральных офицерских курсах генштабов, нам сказали, еще вы являетесь приемной министра обороны, общественной приемной министра обороны. Потому что все население как-то связано с вооруженными силами. У кого-то призывник, сын, у кого-то отец, ветеран, участник Великой Отечественной войны, или воин, ветеран Афганец, Чеченской республики, тогда еще не было таких конфликтов. Вы еще являетесь общественной приемной министра обороны. Потому что люди обращаются к вам по всем вопросам, которые связаны с деятельностью вооруженных сил. Военные комиссариаты всегда принимали самое активное участие во всей жизни нашей страны. Где было трудно, обязательно проходило через военные комиссариаты. Возьмем Великую Отечественную войну или афганский период. Потом был и Чернобыль, потом был конфликт Чеченской республики. И все это, через все это проходили сотрудники военных комиссариатов. Поэтому это, как говорится, может быть и не видно, но ощущается на 100%. Мне довелось быть военным комиссаром как раз в период, когда в стране 90-е годы, мы их называем лихие 90-е годы, много приходилось обращаться, общаться, приходили ко мне, как говорится, постоянно. Я хотел бы один, пользуясь моментом, здесь один пример привести. Одна родительница, сын у нее находился в Чеченской республике, первой чеченской компании. Она ко мне приходила каждый день, как на работу. Приходит, напротив меня садится, мы с ней часами разговариваем. Потом, значит, она все-таки через некоторое время поехала туда. Я говорю, поеду, сейчас его привезу. Ну, пожалуйста, поехала. Через неделю, 10 дней приезжает, говорит, Андрей Иванович, не получилось его забрать. Я говорю, почему? А он сказал, я говорю, своих товарищей здесь не брошу. Так он и заслужил, и вернулся живой, здоровый после окончания периода военной службы. Поэтому, уважаемые ветераны, ветераны военной службы, ветераны военных комиссариатов, разрешите мне от своего имени поздравить вас всех с этим праздником, пожелать вам всем крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и, как говорится, в наше нелегкое время спокойствия души. И пользуясь моментом, что здесь присутствуют наши будущие воины, которым предстоит служить в вооруженных силах, вы, ребята, призываетесь в ответственное время для нашей страны. Если вы немножко смотрите телевизор, сейчас очень серьезная, напряженная обстановка в мире. Поэтому я бы хотел пожелать вам, чтобы вы хорошо служили, достойно служили, честно служили, и чтобы, как говорится, не приносили красноту на лица своих родителей и, думаю, и своих земляков. Всегда поддерживайте связь с домом, с родителями. В любой момент старайтесь общаться. Сейчас, по-моему, вам выдают уже и сотовые телефоны. Может, матери много не надо. Одну-две минуты, мам, я жив-здоров, и все. Больше ничего не надо, матери. Поэтому думайте всегда о родителях, думайте о своих земляках. Я думаю, что призывники Лавлинского района Республики Татарстан никогда не подведут, а будут в числе самых передовых. Удачи вам в военной службе!